Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдбната Спейс. Сегодня я бы хотел сделать обзор на мою кастомную мини-фигурку по серии Лего Звездные войны. Это у нас Уат Тамбор. Он был старшиной Техносоюза и исполнительным директором корпорации оружейной цеха Бактоид во времена войн клонов. Эту мини-фигурку, к сожалению, Лего никогда не выпустила, и я решил сам попробовать воссоздать этого персонажа. Сам же он выглядел довольно интересно, как мне показалось, механизированно. Ну и в принципе вот что у меня получилось сделать из тех деталей, что у меня сейчас есть. А их, как вы знаете, у меня не очень много. Вот кейсы и вот такая штучка. Ну, конечно, тут еще есть некоторые, но то по большей части уже не для мини-фигурок. Так что мне пришлось руководствоваться тем, что есть. Ну и вот как получился наш Уат Тамбор. Я использовал, наверное, самое интересное для его головы, голову тролля из Лего Касл. А также за место его маски, которая, по-моему, все же довольно сильно походит на то, что было в Войне Клонов, использовал вот такой вот головной убор Кедепейна, точнее его репульсатор, не знаю, дыхательный аппарат. С точки зрения туловища я взял раритетную деталику, либо же из Mars Mission, либо же из Rock Raiders. Точно уже не припомню. И так как у меня не было одной монолитной детали, чтобы сделать, как знаете, его шестеренки внутри, на которых он там ездил все время так. И мне пришлось использовать некоторые детали, но благодаря этому я добавил ему еще детализацию вот так на пузе. Так он выглядит даже интереснее. Что ж, в принципе, вот тамбур получился довольно неплохим, как мне кажется. Пишите в комментариях, что вам в нем понравилось, что нет. Может быть, вы сможете собрать версию получше. Но, опять же, напоминаю, у меня тут сейчас деталей довольно мало, как вы все знаете, для мини-фигурок в том числе, поэтому приходится как-то выкручиваться. Возможно, дома бы я бы нашел ему лучше туловище, лучше ноги, но в целом голова и его эта маска, мне кажется, выглядит довольно-таки похоже, и лучше сделать уже, к сожалению, никак не получится из тех деталей, что выпущены компанией LEGO сейчас. Что же, всем спасибо за внимание, дорогие друзья, и да пребудет с вами сила.